Тиранчик! Тиранчик, ты где? Тиранчик, у меня для тебя гранатка есть. Ага, здравствуйте. Всем привет и добро пожаловать на канал Taurus Gaming Revival. С вами Иван, пораненный Леон и игра Resident Evil 2. В этой серии мы должны уже, я так понимаю, что-то здесь активировать. И скорее всего что-то плохое произойдет, и мы будем от всего убегать, паниковать и сходить с ума. Наверное, да. Вот всегда хочется как-то спокойно пройти те или иные места, все контролировать, ничего не бояться. Вот мне так всегда кажется, что можно так сделать, но игра берет тебе и делает какие-то подлянки, что ты просто к ним, это что было, оказываешься не готов. Пошевелился по скрипту или это просто глюк какой-то был? Это довольно странно было. Он же, по идее, как не должен вставать. Это же не обычные зомбари, которые по 200 раз встают. Это было довольно жутко. Подожди. Что у нас есть с собой? У нас с собой есть это вот картридж с гербицидом, и нам нужно его сейчас ставить. К тому же у нас есть модулятор сигнала и... Блин, я не посмотрел прошлую серию. Я не помню, куда его вставлять. И позапрошлую. Я их не посмотрел еще. Решил дальше записывать, короче. Надеюсь, я ничего не пропущу. Так, подожди, парень. Ты здесь не встанешь. Нам, получается, сейчас нужно попасть на ту лестницу, да? А на лестницу это вот сюда. Так что погнали. Ну, хотя бы эту зону зачистили. Поэтому здесь теперь, если что, то безопасно. И мы знаем, куда можно убегать. Но, насколько я помню, тиран, он может заходить даже в комнаты с сохранениями. А он по-любому тут будет. По-любому. Я в этом даже не сомневаюсь. Потому что, как бы, я не думаю, что он просто возьмет и исчезнет. Так, хорошо, они меня пока не слышат. С ума сойти. Они, получается, живут за счет растений этих. Их убиваешь, они обратно восстают. Видимо, растения их исцеляют, или как это называется, я даже не знаю. Новые эти споры на них порождают. Так, а сзади там он слышит меня, нет? Ну, по идее, как нет. А, услышал, да. Сгорай! Сгорай! Да что ты не сгораешь, паразит? Shit. Я не понимаю, какого хрена он не сгорает? Все, сгорел, хорошо. Мне не сюда! Мне не сюда! Заблудился я у вас! Так, только не зажимайте меня, пожалуйста, с двух сторон. Давайте вы сюда, я туда пойду, хорошо? Не буду я остальных убивать, потому что мне кажется, если я сейчас активирую эту штуку, то, возможно, они все исчезнут. Я надеюсь, что да. Так, давайте вставляем, и наступает момент истины. Что же произойдет? Она, по идее, как готова. Так, идет выдача раствора. Угу. Растения, похоже, погибают. Опа. Но вопрос... Сработало, но вопрос, погибли ли эти тварюшки, или же они живы? Внимание! Вы распылили опасный раствор без получения предварительного разрешения. Ваши действия задокументированы, и против вас могут быть применены дисциплинарные меры. А я думал, она мне сейчас скажет, типа, теперь вы сюда без определенного уровня доступа не сможете зайти. А мне вообще как бы защитный костюм какой-то нужен, чтобы туда попасть сейчас или нет?
Или мне ничего не будет. Просто как-то Леон слишком смело ходит по таким-то вот гадостям. Они живы! Конечно же, они живы! Почему бы, собственно говоря, и нет? А мне с другой стороны обходить, да? Понятно. Живой паразит стоит. Так, ладно, нападайте. Нападайте, я просто сейчас туда пойду, меня зажмут. Так, нападай. Вот гад, а. Или сжечь того. Не знаю. Я сейчас с двух сторон зажат, если чё. Так, гори, короче, гори ясно, дабы не погасло. И все у нас будет хорошо с тобой. И то слышит, да? И то слышит, ну окей. Так, я, пожалуй, пока заберу быстренько отсюда пропуск. Объединю его с браслетом, да. У нас, получается, имеется теперь уровень 3. Это сколько же здесь еще можно всего исследовать? Кошмар просто, что такое? Да, здравствуйте! Здравствуйте, я знал! Я знал, я знал, я знал! Я это просто знал! Вашу ж дивизию! Все, погнали! Просто погнали! Идите вы в баню, короче! Он там их сейчас сзади будет всех крушить, да? Я это просто знал! Без каких-либо комментариев, недомеков, еще чего-то. Как хорошо, что я здесь много где это все зачистил. Ох ты боже. Уважаемый шляпник, с вами не соскучишься, я вижу. И он, кстати, очень быстро ходит. Прямо довольно-таки быстро-быстро ходит. Так, тут он меня зажать может, но я сохранюсь от греха подальше. Так, что у меня там с собой имеется? Да давай, сохраняйся быстрее, игра. Что такое? А, подожди. Смесь трав. Смесь трав. Это у меня получается, она будет очищать. А это будет лечить. Давайте мы, знаете, еще сейчас что сделаем быстренько. Мы сейчас возьмем синюю траву. И объединим ее вот с этой. И теперь у нас получается будет полностью восстановление запаса здоровья, ненадолго снижает получаемый урон и защищает от яда. Это если какая-то вот прям мега экстренная ситуация произойдет, мы эту штуку применим. Так, теперь нам нужно вспомнить. Вот зря я, кстати, использовал гель этот, потому что теперь он за мной тут бегает. Потому что я не видел... Не потому что, вообще слово, потому что что-то сильно часто говорю. Короче, из-за того, что я его сейчас использовал, мне будет гораздо труднее найти то место, где можно активировать второй щиток. Хотя, я кажется, вспомнил, где он находится. Я, кажется, вспомнил. Во-первых, дробовик еще надо забрать. Что-то Я его слышу. Нет, я его не слышу. Он просто так характерно топает. Мне показалось, что я его слышу. Давайте, наверное, сейчас мы... какой же все-таки он хороший, этот огнемет против этих травянистых. А будут ли они еще? На лестнице там был, помните? Когда мы поднимались. Я не помню уже, куда эта лестница ведет. Я вот до конца эту локацию все равно хорошо не изучил. В этом проблема есть небольшая. Вот зараза. Я бы сейчас, кстати, взял миниган и попробовал бы этого гада расстрелять. Мне вот интересно, кстати, его вообще убить можно? А чё, ради прикола можно проверить? Я не думаю, что это будет читерством. Просто проверить. Мне кажется, его нельзя убить. А если я убью, то я облегчу себе слишком сильно задачу, поэтому ладно. Не буду я этого делать. Но отомстить ему хорошенько можно с миниганом, с этим я ощущаю так. Или с базукой взять по нему и... Просто всю обойму высадить по товарищу поэтому. Кто такого хочет? Я такого хочу. Так, ну это мы выйдем, получается, к мостам к этим. На мосте. С уровнями доступа. Но мы же сюда как-то попали, правильно? Мы же сюда как-то попали. Вот нужно в то место, откуда мы сюда пришли, вернуться. Так, это уровень третий в ту сторону, да? Получается, мы пришли отсюда. Да, и вот где-то там находился щиток.
Точно, там еще, помните, лежали, я вспомнил, патроны для дробовика. Да. И там находился щиток. Не знаю я, конечно, чем нам этот щиток поможет, но я надеюсь, что чем-то поможет. Здесь просто довольно узкие коридоры, где нас этот гад может зажать. Ну ладно. Здесь я, по-моему, все зачистил. За исключением внезапных лизунов, которые могут образоваться. Но я надеюсь, все будет хорошо. Я всегда надеюсь на хорошее. Так, вот он, этот щиток. А третий тоже вроде где-то был, да? Щиток или нет? Он как-то, кстати, помечен на карте. Давайте глянем, чтобы я их мог запоминать. Выключатель. Так, хорошо, вот выключатель тут есть. Больше здесь у нас получается выключателей как нету. Да, это ПК старшего сотрудника. Это у нас первый этаж. Так, а что у нас на втором этаже? Что происходит? Где? Где карта? Не понял. А, на втором этаже карта только в этом месте есть. Я, похоже, еще не все карты, кстати, нашел. Наверное, из-за этого у меня много очень пустого места. Наверное, да. Так, в общем, мув. Мув мы, значит, изучаем. Делаем. И выбираем move. Теперь пытаемся как-то это все сопоставить. Ага, все легко. Эта штука легкая, в отличие от тех головоломок с названием перелей жидкость. Что-то кнопка не появлялась, не знаю. Прям очень легкая. Даже чем-то легче, в отличие от... Ага! Да блин! Я не попал. А ну прицел не свелся, да? Даже чем-то легче, чем в Evil Within было. Помните, где нужно было тоже сводить эти все прицелы и прочее? Набедренная сумка. Это полезная находка. Хорошо. Это максимальный типа запас или еще можно будет найти где-то? Я просто не уверен вообще, насколько нам еще тут часов осталось играть за Леона, так как мне кажется... Игра же не мега огромная прямо, мы уже сколько наиграли, уже часов 11 где-то. Ну, конечно, я не сильно быстро прохожу, так более-менее размеренно, но все же. Боже милостливый, кровь, она повсюду. Что, черт побери, тут происходит? Они мертвы, все мертвы. Это все те люди в черном USS, спецназ и штаба. Но почему? Разве они не должны нас защищать? Белые мозги в лужах алой крови. Безумие какое-то. Чё? Боже милостивый, за что? Разве не говорили, что я гений? Гении не погибают в таких местах. Я всегда добивался результатов. Они меня поимели. Что ж, значит, я тоже их поимею. Я возьму Нобелевскую премию. Я герой. Гений. Бог. Я не умру. Я превращусь, да? И, по-моему, он превратился. Остался, в общем, лежать здесь. Это у них, я понял, это у них, в общем, как на вагонах, в поездах, отсеки для сна. Так и здесь что-то похожее прям. А я не понял, а Титан этот, в смысле, шляпный тиран, он что, отстал? Он тут как бы не будет заходить сюда? Потому что в таком помещении, вот в таком маленьком, он меня очень славно зажать может. То есть так резко напряг меня и... И все. Странно. Странно. Ну окей. Но все же я его жажду убить. Просто жажду. Но проверять миниган это слишком читерски будет. А здесь уже все исследовано. То есть я, получается, сюда вернулся только чисто за подсумком за этим. А теперь мне нужно активировать третий вариант. Третий номер тут. Ну ладно. Я даже мог не тратить патрон от магнума. Кстати, нужно уже будет желтый порох не крафтить из него для дробовика. Уже нужно будет собирать для магнума, потому что уже мало. Уже мало патронов для него. Так, подожди, сохранимся. Почаще будем сохраняться. Просто почаще и все. И пойдем активировать третий проход.
Мне кажется, в третий проход он за нами сейчас последует. Вот просто моя чуйка мне такое говорит. А может быть и нет, может быть он остался чисто на втором. Вот, кстати, вот тут хорошо с ним легко разминуться можно. Но я не имею в виду вот на этом, на мосте, а вот по кругу поэтому. Так, а сюда уже нужен четвертый. Это главный корпус, я так понимаю. А вообще, что мы пытаемся сейчас как бы добиться? Мы пытаемся добраться до вот этой вот, как ее там, Анны, да? И что-то выяснить, с ней сделать. Я думаю, пока мы до нее доберемся, она сама станет одной из этих тварей. Но, надеюсь, Г-образец где-то тут. Кстати, нужно его, наверное, называть мне не Г, а G. G как-то звучит красивее, а то Г. Чё за Г? Дурацкий перевод. Могли бы написать G. Потому что G как-то звучит, а вот Г не очень. Но я так понял, вот эти, которые в противогазах, они не встают, потому что у них все равно нету отверстия для зубов. И они были бы бесполезны, если бы вставали. Видеокассета из лаборатории. Зомби вроде же как наносит урон только зубами, да? Хотя они еще руками могут что-то делать, там царапать. По-моему, да. Бомбочка, спасибо. Так, это у нас что? Это у нас лаборатория биотестирования. Угу. Здесь они что-то тестировали. Так, и нам здесь нужно найти пропуск номер 4. Хорошо, вижу я щиток. Вижу от него отражение. Щиток я пока не трогаю. Подождите. Слишком пока замануха какая-то. Опять же, никого нету. Так, смотрим на потолок, кстати. Потолок у них тут пробитый или не пробитый? Потому что если он пробитый, вы сами понимаете, что это такое предвещает. Но вроде как нет. Что-то здесь можно найти. Кстати, вот это что, Леон пораненный и постоянно вот эти звуки издает, напрягает. Мне его на самом деле хочется подлечить, но я экономлю. Так, траву вижу. Все, здесь уже все зачищено. Ага, пройти я сюда не могу, потому что нету электричества, окей. Ну давайте. Сейчас что-то будет, когда я это активирую, по-любому. Кстати, вижу ящик в необычном месте, без сохранения. Это довольно странно. Видеокассета из лаборатории. А как я ее буду смотреть? Я еще раз вернусь в участок? Или тут где-то есть проигрыватель? Наверное, да. Так, это мы на хранение. Так, где у меня тут еще бомбы были? Надо сейчас бомб набрать, чтобы у меня бомбы с собой были. И как-то их более-менее правильно применять. Вот, еще у меня две штуки было. Хорошо. Теперь топливо это для... Вот, кстати, топливо. Почему я его тогда не видел? Не знаю. Давайте мы еще, знаете, что сделаем? Мы достанем дробовик все-таки. Потом положу его куда-нибудь сюда. Патрончики я доставать не буду. И все. Пока месть все. Дробовик я достал на всякий случай, потому что мне кажется, сейчас что-то может произойти. В общем, у нас есть и пистолет, у нас есть и дробовик, у нас есть и магнум, у нас есть все. Давайте активировать. Это у нас что? ОСС. ОСС. Хорошо. Так, изучить. Нажать. ОСС. Блин, вообще легкотня. Чё-то я даже поначалу как-то сильнее этого испугался, когда они показали первый раз эти волны. Использовать. Давайте я её сразу положу пока в ящик. Хорошо. Кстати, она помечена галочкой уже была, поэтому значит мы ничего не пропустили. Это очень сильно радует. Мне, кстати, интересно, если вот потом буду я перепроходить игру, может, на стримах, когда или еще,
для себя, может быть, на более высокой сложности, ну, на самой максимальной, разумеется, то здесь предметов будет меньше. Вот как в Last of Us, когда меняешь на сложность реализм, я помню, там предметов меньше, все как-то рандомно получается. Местами меняется. Было бы классно, если бы здесь то же самое было. Ты вроде как бы, да, знаешь уже все, что нужно делать в игре, но при этом она тебе еще какие-то новые ощущения дарит. Вот за такой я этот жанр тоже полюбил. Так, это у нас что? Это у нас просто коридорчик какой-то, в котором можно что-то найти. Комбинезончики висят. Я бы, кстати, на месте Леона что-то бы на себя одел. В плане химзащиты, так как мне кажется, он сам тут заразиться может. Почему он вот такой уверенный ходит, что вот они все заражаются, да, а он тут такой прям супермен, супергерой. Ни от чего не заразиться. Вот, блин, смельчак. Это же только первый рабочий день твой. Чему вас там в этих училищах учили? В академиях в этих полицейских, а? Это нас тут от чего очищают? Ультрафиолет, ты смотри, как все продумано. А зомби-то все равно есть. Не помогло им это. Не помогло. Люди все равно заразились. Чё ж так? Чё ж так тихо, а? Чё ж так тихо? Никого же нет ведь. Ну не может в хорроре быть все так хорошо. Ну вот прям слишком хорошо. Идешь спокойно, идешь. Да не верю. Просто не верю. Так, это что? Это третий уровень, окей. Опа. Возможно, кстати, мы сейчас что-то узнаем. Это бомба или что это? Ну, вроде как на бомбы похоже на какие-то. И что это? Глаза. Кстати, какая-то водянистая рука. Мы что, с подводными будем сейчас монстрами биться или что? Аквариум, мы уже пошли там дальше, вижу. Мозг. Это же мозг? Что вы тут делали, мать вашу? М? Где все? Я бы им сейчас тут задал. Зря я сюда подошел, наверное. Нет, не зря. Ладно, пора возвращаться к Аде. Так, а что я взял-то? Не понял. Внимание, обнаружено несанкционированное изъятие вируса уровня 4. А, я вирус взял, это вирус был! А переход в режим блокировки. После завершения блокировки запустится программа самоуничтожения. Да ладно, так, все, быстро собираем, все, и валим отсюда. Так, это сохранение. Тут сохранение я вижу. Да хватит меня нагнетать! Хватит меня нагнетать, гады! Так, это мы сразу делаем. А вот так. Это мы делаем вот так. Это мы делаем вот так. И сейчас будем пытаться понимать, что происходит. Так, дайте я сохранюсь еще. Я не знаю, буду сохраняться в любой возможный момент. Вот просто в любой возможный момент. Пока игра разрешает. Так, давайте сейчас подумаем, что нам с собой нужно носить. Трава у нас есть, поэтому это мы на хранение. Это мы тоже пока на хранение. А возможно, кстати, уже не так уж и много осталось до конца игры. Я тут с собой тут дохранил целый миллиард всего, а оно мне пригодится сейчас для какого-то мега сражения. Давайте я все-таки достану. Потому что давно уже опять-таки не было каких-то заварушек сильных. Вот это, что у нас было до этого, я не считаю сильной заварушкой. Давайте я возьму порох и... А я все равно сверх такого полезного ничего не создам. Я могу для пистолета обычного, а там такие патроны, что... Ну давайте сделаем для пистолета. Там просто эти патроны, они не сильно вообще полезные. Ну ладно, объединить вот с этим, давай. Давайте подзарядимся и пошли. Этим пистолетом никого не убьешь. Им можно просто как-то отогнать от себя противника. Вот в чем прикол. Но он вообще бесполезный по факту. Наблюдение за ростом
эмбриона, пациент 449. После введения G-эмбриона в тело пациента мы сделали 50-сантиметровый надрез от груди до брюшной полости и приступили к наблюдениям. Чего? Ух ты боже. С помощью медицинской команды создание подопытного поддерживалось между 15, осознанно и ясно, и 10 ШКГ. Однако позже уровень сознания пациента понизился, и дальнейшие наблюдения были признаны нецелесообразными. Подопытный был уничтожен. Наблюдение за скоростью размножения. Пациент 501. G-вирус введен пациентом. Пациент мутировал до G-формы и был перемещен в группу из 30 подопытных. Через 2 часа 36 минут все, кроме одного подопытного, стали носителями эмбриона. Все подопытные были уничтожены. Один из подопытных не выдержал и покончил с собой. Эксперименты с резистентностью Т-вирусу. Блин, они над живыми людьми просто ставили опыты. Кошмар. Незаконно, естественно. Хорошая компания. Мы ввели G-вирус пациенту 628, проявившему некую резистентность к Т-вирусу. Вирус затем был введен пациенту 639, с которым 628 состоял в близких отношениях. Организм 628-го некоторое время сопротивлялся, но был заражен эмбрионом через 24 минуты. Резистентность к Т-вирусу не препятствует. А что за Т-вирус, я не понял? Был же вроде только G. Препятствует умственной деградации, вызванной G-вирусом. Какой-то Т-вирус. Про него мы вроде как не слышали еще ни разу. Ага, тут могут вылезти. А она повторяется? Подожди. Но я так понял, это бомбы, правильно? Они взорвутся потом. По-любому. Так, а я же взял G-вирус. Стоп, я взял G-вирус, но пропуска на 4 уровень у меня все равно нету. А что делать? Тут же нет больше проходов никаких? А, стоп, я отсюда пришел. Ну да. Ну ладно, я просто убегаю. Я просто пораненный бегу отсюда, как я не знаю кто, сломя голову. Так. Опять ты, серьезно? Так ты же уже должен был быть неживым. Тут что, один босс на всю игру? Опять ты? Ну да. Отойди, он мой! Я должна совсем покончить. Это что, жених ее, что ли? Что за хрень тут происходит? Прости, Уильям. Ты не оставил мне выбора. Короче, она знает, кто это. Ну, давай теперь меня еще убей. Ты назвала эту тварь Вильямом? Почему? Все должно было быть иначе. Амбрелла виновна во всем этом кошмаре. Ты тоже из Амбреллы? Хочешь сказать, ты к этому не причастна? Причастна. Но мы никогда не хотели ничего подобного. Так вы над людьми живыми эксперименты проводили. Расскажи мне обо всем с самого начала. Ага, сейчас окажется, что она хорошая, да? Внезапно. Так просто вам не уйти. Боже мой, Вильям! Что ты наделал? Это твоих рук дело? Мы создали G-вирус, но никогда не собирались. Играть со словами можно сколько угодно. Он встает, блин! Ну вы... А, понятно. Вот это крепкий парень, конечно. Не, ну ей как бы уже, конечно, понятное дело, все, конец. А, у меня босс, да, у меня босс, ясно. Какого? Черт! Я уже обрадовался на мгновение, думал, что она его правда заморозила. Что ты задумала? Не дай ему уйти!
Так, что я там с собой брал? Кто помнит? Ну, я имею в виду в инвентаре. Ладно, пора кончать со всем этим. Так, здесь какие-то баллоны, я вижу, есть. Тихо. Здесь какие-то, я вижу, есть баллоны. Во-первых, мы используем тогда... На что мы используем? Давайте сейчас проверим, как работает защита. Я пока не буду полностью лечиться, просто ставлю себе защиту. Так, использовать. Погнали. Что вот это такое? Не пойму. Топливо 200 штук. А, я могу его поджигать? Музыка такая на фоне играет. Гори, гори ясно, дабы не погасло. Так, что ты делаешь? Вот придурка кусок, а? Я жив вообще? Где мое здоровье? А, так я вообще бессмертен, что ли, с этой защитой или что? Это читерство, нет? Где? Гори! Так, я ранюсь вообще? Я ранюсь, да. Я ранюсь с этой штукой все равно. А где там? Там что-то еще лежит. Подожди. У меня опасность, это очень плохо. Мне нужно было лечение с собой больше взять. Вот что-то как-то я не додумался. Ну я чувствовал, что сейчас что-то будет. Я чувствовал. Но лечения мало. Ну что, использовать придется. Ладно, я попробую сейчас пробежать. Он меня убьет. Нет, он меня убьет. Так нельзя. Так нельзя. Что там нужно было взять? Я не понял. Световая граната. Давай куда? Что я делаю? Это не световая, это управление. Где? Вот она. Давай. Оглушайся. Я пока насобираю здесь. Так, патрончики. Да у меня патронов, в принципе, нормально. Давай его просто сжечь. Мне кажется, его нужно просто убить. И все. Да блин! У меня лечения столько нету! Это что? Да зачем мне патронов столько? Они бесполезные патроны эти. Так, использовать. Хорошо. Спасибо. Какой он живучий гад, а? Так, горе! Хорошо! Где тут что еще лежало? Мне еще аптечка нужна на всякий случай. Ага. Я погнал, блин! Как от этого уворачиваться? Нужно за проход заходить за этот, получается. Ясно. Давай, отходи от меня. Вот же, блин, а. Если бы защиты не было, я бы вообще не железо был бы. Я в огонь могу, хорошо. Он, кстати, не загорается тоже почему-то от огня. Так. Давайте магнумом, я уже не знаю. Ты насколько дурной парень? Почему у тебя столько здоровья? Ты мне расскажи. Вот, я вижу, хорошо, все, глаза. Так, я побежал. Не попадешь, все. Хорошо, надо было так сразу делать. Это называется, пока не знаешь... Ходишь с ума. Попади! Нет! Да блин! Чё так непонятно было поначалу? Ай, не, мне кажется, я не выживу. Я слишком много ошибок допустил. Прям вот слишком много. Мне уже все, мне уже лечиться нечем. Тут уже либо я, либо он. Я еще жив, серьезно. Он мне ничего не дает. Он мне тупо ничего не дает сделать, и все. Что это? Неужели? А, все? Я сильно запаниковал. Цель нейтрализована. Изоляция отменена. Он довольно легкий был на самом деле. То есть я изначально очень много ошибок допустил, потому что я нормально не уворачивался от вот этих бросков его, когда он кидал. Слушай, мы его с последних сил, по-моему, забили. Набрали целую кучу бесполезных патронов для пистолета.
Ну, пистолет хорош только с дальних расстояний. Кстати, мы довольно много потратили в магнуме патрончика. И я не сразу заметил вот эти глаза по центру, которые на животе у него были. Ну ладно, блин, тварь! Мы выжили! А где, кстати, девчонка эта? Ну, я, конечно, девчонкой сложно назвать, она довольно не молода уже вроде как, но... Ну чё, гад, я надеюсь, ты больше не будешь оживать снова, нет? Как мне отсюда выйти? Вот лифт мне дали, да? Так, подожди. Я здесь еще не все собрал. Так, здесь у нас граната лежит, здесь у нас для револьвера лежит, а здесь у нас для пистолета. Давайте аккуратненько сейчас все соберем. Но мне кажется, у меня сейчас здоровье чисто на один удар было. А мы его уделали все равно. Мы его просто уделали. У нас благо, что много оружия было. Я не знаю, было ли вообще эффективно его сжигать. Мне кажется, нужно было сразу по этим глазьям просто палить и все. Что-то как-то он к огню вообще... Никакого... Никакой реакции не проявлял. Вот глазья это то, что надо. Так, оно даже не лезет. Подожди. Вот это набрали патронов. А тут что-то еще будет, мне интересно, кроме этого гада? А то как бы у нас один босс на всю игру. Это немножко странно. А в этом плане меня, кстати, визин больше радовал. Там много боссов было запоминающихся. Но здесь еще как бы Клэр есть. Я не думаю, что за Леона осталось еще много игры. Так, все. Да блин, а что еще-то? Мне уже надоело смотреть на полуумирающего Леона. Что еще-то? Вверху где-то что лежит или что? Да боже мой, покажите мне, что тут еще. Я же не уйду, пока все не соберу. Я же никому это не оставлю. Все заберу. Сам тут кровью истеку, но все заберу. Да успокойся там, девушка. Хватит мне там рассказывать роботизированные вещи. Ну, вроде как я ничего больше не вижу, не знаю. По идее, как все. Ну да, все, хватит. Это у меня, знаете, еще... А, болевой шок не отошел, он бегает просто, не знает, что ему делать. Дезориентирован вообще полностью. Так что, это так расценивать можно. Ох, выглядит хреново. Ощущение еще хуже, поверь. Слушай, насчет того, что ты говорила, просто обещай, что уничтожишь образец G-вируса. Нет, это уже улика. Его нужно сдать ФБР. Ты доверяешь этой стерве? О чем ты? Она не из ФБР. Она наемник. Она его продаст. G-вирус получит тот, кто больше заплатит. Ну я... Чушь собачья! Надеюсь, ты прав. Но если вирус попадет не в те руки... Почему-то я ей верю, если честно. Как бы ей перед смертью лгать, я думаю, незачем. А вот ФБРовцы, вот этой вот, которая... Говорит, я фибиеровец, я ей с самого начала как-то не доверяю. И вот это вот якобы влюбленность, поцелуйчики, ага. Это хитрый ход, хитрый женский ход. Я это с самого начала как-то ощущаю. Опуститься я уже не могу, да? Блин, а там все-таки что-то еще оставалось, потому что красным было помечено. А спуститься я уже не могу тоже, да? Нет, я спуститься могу, но... Но мне уже аптечка нужна, просто срочно. Помойте меня, грязный. Пожалуйста, искупайте меня, спасибо. Интересно, грязь исчезнет? Давайте посмотрим. Хреново моете? Какой был, такой остался. Тут еще сейчас что-то взрываться начнет. Вот это будет вообще не очень. Так, где здесь у них был ящик? Где у них был ящик? Мне срочно нужна аптечка. Ну вот эта штука, защита, это очень хорошая штука.
Если бы я, кстати, про нее сейчас не узнал, то я думаю, мы на этом боссе гораздо сильнее страдали бы. Так, зеленая трава. Зеленая трава. Зеленая трава. Зеленая трава. Смесь трав. Эту штуку мы сейчас. Это что? Это у нас из двух разных трав очищает тело и незначительный объем здоровья. Не, подожди. Вот у меня красная еще одна есть. Еще одна красная есть. Тогда мы ее сейчас сделаем вот так. Вот так. Вот так. И мы потом сделаем, получается, вот с этим и вот с этим. А эту скушаем. Вот, а это у нас будет на всякий случай вместе с защитой. Это если нас сильно поранит, мы такие как берсерк мод ее берем, активируем, да? И резко становимся полностью защищенными от всего. Так, сюда нужна кассета, окей, давайте. Не, ну все равно, босса одолеть с первого раза это приятно. Хоть мы как на нем ступили, хоть что произошло, но с первого раза, ребят. Слепое прохождение. Меня это устраивает лично. Так. Я чувствую, когда я буду проходить на максимальной сложности, где кассета, не пойму, мне будет гораздо легче вообще эту игру проходить, чем вот на средней даже. Потому что все-таки вот эти моменты, они все запоминающиеся. И вот, кстати, да, босс один вроде как, но... Ну, может, конечно, еще какой босс будет, я надеюсь на это. Но этот босс довольно запоминающийся, товарищ. Так, использовать. И что это сейчас за кино будет? Вижу G-вирус. Заходим. Доктор Биркин, вы пойдете с нами без лишнего шума. По-вашему, я не знал, что вы придете. Это дело всей моей жизни. Я ничего никому не отдам. У нас приказ, доктор Биркин. Я попрошу еще один раз. Стоп, не стрелять! Как он после этого выжил вообще? Что ты, мать твою, наделал? Ему приказано доставить живым. Он бы их застрелил сам, ну не застрелил бы, но кого-то бы он убил. У него же пистолет был. Сэр, мы внутри, но у нас тут залет. Цель сопротивлялась, ее пришлось устранить. Так точно, сэр. Вас понял. Только образцы. Пошли отсюда. Интересно, с кем они переговариваются? С самым главным злодеем? Как выяснится позже, или что? Да. Значит, это были G-образцы? Ну, значит, да. Это мы вроде читали же, да? Подожди, мы тут были вообще в этом месте? Что-то я запутался, если честно. Ну да, мы тут читали уже все. Там сейчас бомбы будут, да? Или нет? Мы же так и не нашли, кстати, четвертый уровень доступа, если что. Ну да, вот мы активировали эту штуку. Ой, что-то я запутался. Подожди, что-то я запутался. Куда нам идти сейчас? Что нам вообще сейчас делать? Во-первых, нужно кассету выложить. Нужно сейчас разобраться, что нам оставить. Надо не спешить. Не заговариваться, не спешить, успокоиться. И все тогда у нас будет хорошо. Так, во-первых, еще перезарядить наш магнум. Вот. Так, магнум мы перезарядили. Потом миниганы всякие ваши. Желтого пороха у меня, по идее, как нету. Нет, не так, вот так.
Но зато есть патроны для дробовика. Давайте мы их возьмем. Тоже подзарядим. Ах, блин. Вот с бомбами как-то я вообще, вот сколько играю, не могу научиться ими нормально пользоваться. Вот не знаю. Не получается и все. Вот хоть убей. Так, это мы на хранение. Это мы штучек 30 с собой возьмем, а штучек 30 оставим на хранение. Потому что мало ли, может, мы еще где патроны найдем, они будут не лезть. Так, световая граната. Хранить. Нет, кстати, световую я хранить не буду. Световую я возьму. Световую я возьму, потому что она хорошо поможет нам, если тирана мы увидим. Да. Ну все, пошли. Нам же сюда? В западное крыло. Нам, получается, нужно вернуться к Аде, да? А, она уже сама здесь находится. Ну что, девушка, мне кажется, мы уже вас раскусили, но мне кажется, ли он ей не поверил доктору этому. Он сомневается еще. Я как раз о тебе думал. Я тоже. Я начал беспокоиться. Знаешь, мы хорошо сработались. Но у меня есть один вопрос. Будь свободен. Надеюсь, ты справился. О, я совсем справился. Дай мне убедиться, что это образец G-вируса. Погоди-ка, я тут встретил Аннет. Она считает, что ты не из FBR. Ох, Леон. Нельзя было просто передать образец. Просто до меня дошло, что я очень хотел доверять тебе, но не доверял. Я так надеялась, что все кончится иначе. Значит, так все и было. Я для тебя просто пешка. Слушай, я просто делаю свою работу, а я свою, так что бросай чертово оружие. Ты арестована. Отдай образец, Леон. Я не хочу, чтобы ты пострадал. Да вы сейчас оба здесь помрете. Может, ей угрожает кто, поэтому она обязана его найти? Тогда стреляй. Только у тебя не хватит духа. Кто? Мне кажется, Аде кто-то угрожает. Она не такая уж и плохая. Как бы не зря мы за нее играли еще. Вот что-то есть такое. Теперь образец не достанется никому. И она сейчас превратится. Конечно же, станет финальным боссом, да? Леон! Держись! Кажется, я могу! Ох, дерьмо! Забудь! Заткнись, я тебя держу! Это того не стоит. Не делай этого! Береги себя, Леон. Нет! Да в смысле? Чё, так быстро ее слили, что ли? Я думал, что про нее как-то более подробно расскажешь, что она еще в других частях там появится потом. Мне кажется, она жива. Не нужно нам трагедию такую тут нагнетать. И она не такая уж плохая, потому что слишком как-то непонятно все. Никто ничего не объяснил. Что? Мне кажется, что-то должно быть по-другому. Ага, у нас еще время теперь пошло. Забегите из лаборатории. Я могу сюда вообще зайти, нет? Оно уже активировано, открыто, типа, или что? А, все, да. Никуда это я поеду. Как бы выход вообще в другой стране, если что, потому что там же поезд, ну дальше. Это я куда-то... Ох ты, ё-моё. Это я куда-то не пойми куда вообще еду. Что-то довольно странное происходит, если честно. Я не все понимаю. Но мы куда-то едем. Куда? И зачем таймер? Я не люблю, когда таймер. Это нагнетает сильно. У меня свой стоит. Уже серия 40.
8 минут идет. Далеко уедем, однако. А если бы я к поезду побежал? Тут еще титан. Тиран. Почему я его хочу титаном называть? 9 минут до взрыва, да я понял. Что мы делаем? Что мы ищем? Зачем нам сюда? Кто это? Клэр, наверное? Что-то мы ее, кстати, вообще на протяжении всей игры не видим. Интересно, чем она вообще заниматься будет? Да, это она, Клэр! Леон, ты тоже здесь? Ага, но все здание рушится. Послушай, тебе надо выбираться. Быстро! Да, отсюда есть выход. У нас получится. Ты где сейчас? Клэр, ты еще там? Они, походу, плохо друг друга слышат. Леон? Леон, связь прерывается. Забудь обо мне, уходи отсюда! Нет, тут явно сейчас что-то будет. Серию заканчивать ни в коем случае нельзя, потому что, во-первых, нет сохранения, а во-вторых, я не понимаю, что от меня хотят. Так, выход написано, но я думаю, он закрыт. Да нет, что-то будет закрыт, что нам назад же, мы не будем подниматься по лифту, поэтому. Так, чё, куда мы? Так, за нами кто-то бежит или что, я не понял. Так, сохранение, вот это да. Я не буду серию заканчивать, не хочу. Мне кажется, нужно дальше идти. Потому что, мне кажется, это финал игры уже. Если как бы, знаете что, если она слишком затянется, я пока на паузу нажму. Если она слишком сильно затянется, я ее просто разрежу напополам и все. Так что так, погнали. Так, тихо. Что нам с собой взять? Что нам с собой еще взять? Раз мы сейчас убегаем, нам, значит, нужно взять травы зеленой на всякий случай. Красной нету. Вот нету красной травы, это очень плохо, так бы я смог объединить. А две зеленых объединять не очень интересно. Ну ладно, возьму вот так и погнали. Ну чё, куда мы хоть идем-то, я не пойму. Тиранчик! Тиранчик, ты где? Тиранчик, у меня для тебя гранатка есть. Ага, здравствуйте. Здравствуйте, ребятки, здравствуйте, я вас вижу. У меня для вас оружие специальное есть! Какого хрена? Они очень долго горят, однако. Вот не нравится мне это. Очень долго, ребятки, горят. А я не могу забрать, что ли? Это плохо. Давай! Хорошо. Поднимайся, а это не лестница или что это? Короче, прокакали мы нож. Да Лео, какой Лео, я не знаю, что я говорю уже, ну все. Как это эпично на самом деле, кто бы знал. Не, игра вообще крутая. Че я такую паузу сделал? Ну с сюжета я в принципе не выпал. Пауза была, но я все помню. Я думал, я ничего не помню, я все помню. И поцелуи помню, и предательства эти непонятные помню, и тиранов я помню, я всех помню. Здравствуйте, можно я пройду вот тут? Ай, боже, как это классно. За нами гонятся, но это классно. Так, что, куда? Зомби пошли? Пошли зомби. Ё-моё. А оно за нами. Кстати, я эти места узнаю, походу. Хотя эти же места вроде как были возле убежища. В смысле? Ну это сюжетная заставка какая-то. Тут мне вариантов никаких особо нету. Так. А, он сам помрет, что ли? Это было бы слишком легко. Такие крутые парни сами не мрут. Я надеюсь, таймер хотя бы уберут. Но я думаю, вряд ли нет. Еще бежим. Да, еще 6.55 всего осталось. Блин. Хорошо, ну тиран вроде отстал. Почему-то я его все время титаном хочу называть. Так, это что? О, соединительный штекер. Так, соединительный штекер. Для чего он мне? Да боже мой, бери. Так, и это бери, все бери. Объединить с этим. Погнали. Так.
Соединяем штекеры эти все ваши. Давайте. Так, использовать. И чё? И чё? Так, тиран идет, да? Или это я тут сам подрываю? Какого черта? Или это уже докторша, это Анна-то живая? Да, это тиран. Вот дерьмо. Мне кажется, все-таки это финальный босс наш. Да ну ладно, давай, да блин, серьезно. Он же бессмертный, говорилось. Он же бессмертный, он невосприимчив ни к пулям, ни к чему. И время, кстати, идет. И музыка такая на фоне. Что делать? Подожди, а что делать? У меня как бы патронов вообще мало. Я сейчас в панике, если честно. Что делать тут, серьезно? Я хотя бы в паузе могу подумать, да? Сжечь? Ты жгешься, нет? Ты не жгешься. Ну хотя бы короткий, хотя бы короткий. Ай-яй-яй, у него серия атак вот эти. Ах ты гад, а как он больно бьет? Ну ничего, если что, я потом щит использую. Надо подальше от него держаться. Надо подальше от него держаться. Я просто как пукалкой какой-то по нему стреляю маленькой. Просто маленькой пукалкой стреляю и все. Так. Использовать и погнали. 6 минут до взрыва. Да блин, еще это время нагнетает. Может что-то нужно сделать тут определенное? Но ничего не нажимается. Ни рычагов никаких, вообще ничего. Да отстань! Может по руке по его стрелять надо? Да нет, вроде что-то происходит. Вроде что-то происходит, какие-то камни падают. Не знаю, просто не понимаю все. Ага, эти камни еще меня замедлять будут. Так, или они его замедляют все-таки? Ох, плохо дело. Да и не говори. А если патроны закончатся, что тогда? Тихо! Я тебя дам! Камень, спаси меня! Ай, почему я смеюсь, когда меня бьют? Я не знаю. Как это классно. Вот это нравится мне сейчас. Я надеюсь, я хотя бы выживу. Потому что что-то странное происходит. 5 минут до взрыва. Так. Ну чё, погнали этим. Тихо. Ну я просто могу только по кругу пока бегать и все. Я больше вариантов никаких не вижу. Мне кажется, я правильно делаю. Тихо! Я тебе сейчас дам! Зажал меня, ты смотри. Так! Ох, ё! Да и не говори. Какие-то ящики. Ящиком... Базука, да? Базука, базука, базука. Нам базуку дали. Нам дали базуку, окей. Теперь мы квиты. А, это... Подожди, кто это нам скинул? Кто нам скинул ее? Противотанковая ракета, серьезно? Так. А я как бы, наверное, сам от нее пораниться могу, от этой ракеты противотанковой. Давай, я отойду. А возможно, кстати, его и не нужно было отстреливать, нужно было просто уворачиваться. Но мне кажется, нет. Это было бы странно. Если бы нужно было просто уворачиваться, серьезно, мы его сделали. А, вы прибыли на нижний уровень. Поздравляем, да? Не хватает слова. Не, так все? Все, он готов? Ладно, я вам пока не верю. Я вам пока не верю. Так, ребятки, у меня 2 патрончика, да? У меня 2 патрончика. Мы выйдем отсюда вообще, я уже в это не верю. Но я верю, я не верю, но я верю. Это уже поезд едет. Уже так близко выход. Надо выбираться отсюда, давай, Леон. Не, финал вообще эпичен, если это финал, конечно. Что-то я в Визине таких эмоций не получал, не знаю. Там как-то все было...
скромнее, что ли? Да нет, ну там просто как-то все отвратительнее было. Мы вообще эти игры сравнивать, я считаю, не стоит. Это совершенно разные игры. Просто одного жанра, но игры разные. И к тому же там происходило все виртуально, а здесь реально. Это тоже многое значит. Да, вот насчет ада непонятно. Не думал, что буду по ней скучать. Да еще бы, уже подслучики были. Сам влюбился. А зачем ты его выкинул? Может пригодится еще где. Так это все финал, что ли, за Леона? Не, если это финал, то это мало. Я хочу больше. Я хочу понять хотя бы что-то. Леон! У нас получилось. Я же говорила. Не-не-не, подожди. Ну, в смысле? А чё такой финал короткий? Я мало что понял. Это, наверное, рассчитано на то, что нужно еще пройти кампанию за Клэр. Не, ну это понятное дело, что на это рассчитано, чтобы все это понять более досконально. А потом, может, какой-то финал будет, ну... Как помните, хотя это не, то, что слово «помните» не подходит. Просто есть игра одна. Еще эпохи Dreamcast, вот я сейчас вспомнил. Sonic Adventures 2. Так вот, там тоже две сюжетные кампании. И когда ты проходишь две сюжетные кампании, открывается последняя глава, где ты сражаешься с боссом, и там появляется полноценный финал. Возможно, кстати, здесь такая же задумка. Это было бы классно, если это так. Просто сейчас как-то сильно скомкано. Ну, тирана этого прибили. Это было, конечно, очень круто. Мне сражение с ним, в принципе, понравилось. И... до конца я даже не понял, вообще нужно было его бить, не нужно было его бить, может нужно было просто уворачиваться. Ну, бьет он довольно больно, и вот этот вот травянистый настойчик, который защиту нам хорошую дает, это я прям вовремя про него узнал к этим сериям, так что возможно то, что была такая пауза, это даже хорошо. Короче, даже не знаю, но... Я все-таки надеюсь, что потом финал будет более понятный. Но в любом случае, это еще не конец, еще целая сюжетная кампания за Клэр. Я ее буду проходить. Наверное, паузы я такие больше большие делать не буду. Просто возьму, короче, залпом. Пройду ее от начала до конца. Ну, я не знаю, конечно, выдержит ли мое горло, выдержит ли мои уши, мои нервы и все прочее, но я в общем, буду ее проходить залпом и... Сначала все серии запишу, потом уже буду отправлять Аурелю. Но в любом случае, серия подошла к концу. Это не финал, мы еще увидимся. Так что не переживайте, если кто по этому поводу опечалился. Я надеюсь, такие люди есть, которые хотят продолжения и ждут именно вот на нашем канале от меня. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. Увидимся.